Гравитационное отсечение в физическом смысле – это глубокое структурное воздействие на время. Это практически доступ к технологиям воздействия на время в замкнутом контуре. Время. В современных физических воззрениях бытует наивная точка зрения о том, что теоретически возможны перемещения в прошлое. На самом деле перемещение возможно только вперед, в будущее. Вернуться из будущего невозможно в принципе. Обратное движение во времени выглядит иначе. Для наглядности рассмотрим обе возможности. Пример первый. Вы вошли в контур в течение времени, в котором замедлено, например, 1:1000. Прожив в контуре минуту и выйдя из него, вы попадаете в будущее, 1000 минут от точки отсчета. Пример второй. Вы вошли в контур течения времени, в котором побыстрено, например, 1000 к 1. Прожив в контуре 1000 минут, вы, выйдя из него, попадаете во время, соответствующее 1 минуте от точки отсчета. Из данных примеров наглядно видно, что хоть наличие имеются и две возможности перемещения во времени, но ни одна из возможностей не позволяет вернуться в прошлое. Путешествие в прошлое невозможно в принципе. Но это при наличии соответствующего устройства совершенно не мешает 2 месяца в своем измерении собирать стартовавшие боеголовки соперника, которые в земном времени летят 30 минут. Это технологически достижимо уже сегодня. Что